Папуля, привет. Привет. А это и есть герой твоего романа? Увы, героя есть, романа нет. Героиня выходит замуж. Блеск, конфликт, то, что тебе нужно. Да? Да. А если героиня твоя родная сестра? Ленка? Ну, это только в кино бывает. В каком еще кино? Ну, как в каком? Приморский бульвар. С нашим городом поспорим, когда акация цветет. Здесь забывают слово горе, а если что, до свадьбы заживет. К нам едут с горсолнин и даже с далекой вечной мерзлоты. Хватает места всем на пляже, а если что, так мы уже на ты. А весь секрет, конечно, в нашем море. Такого больше не найдете днем с огнем. И если вы случайно с кем-то в ссоре, так приезжайте и забудьте обо всем. Так приезжайте и забудьте обо всем. Конечно, не столица, метро пока что не для нас. Но вы не бойтесь заблудиться, а если что, трамвай подбросит вас. И все вокруг вам будут рады, и жить вас пустят в каждый дом. А не хотите и не надо. Тань, а если что, ну позвони еще разок. Да звонил уже. Ну рабочий день кончается. Ну что они там себе думают? Простите, пожалуйста, можно еще раз позвонить? Пожалуйста. Спасибо. Захар Павлович, ну третий час загораем. Ну как чего? Алифа? Да никто ничего не привозил. Ну ладно, ладно. Молодой человек, вы хотите пить? Нет. Нет? Вот вы сейчас попробуйте мою фаршированную рыбу и сразу захотите пить. Ешьте, ешьте. Ну, ешьте, иначе я обижусь. Спасибо. Саня, теперь мне действительно хочется пить. Холодненькой водички из-под крана можно? Где вы видели, чтобы в Одессе днем шла вода? У меня в холодильнике компот. К перебоям с водой мы уже как-то привыкли. А вот с холодом зимой... Кстати, вы заметили, какие стали зимы в Одессе, а? У меня была печка, было холодно. Потом АГВ тоже холодно. Теперь это ТЭЦ опять холодно. Я им как-то зимой позвонила и говорю, что такое? Они мне отвечают, у нас давление упало. Чтобы оно у них поднялось, как у меня. Бездельники такие. Ну, еще компотик? Спасибо. Спасибо да или спасибо нет? Спасибо нет. Слушайте, у меня для вас есть невеста. Очень даже красивая девочка. Правда, не очень худенькая. Но какие приличные родители. Нет, 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 спасибо. И за угощение тоже. А вы подумайте, приличные родители в наше время – это большая редкость. Подумайте. Thank you.
кончаешь работать? Я сейчас. Маляр, значит. А что? Что ж получается, герой всю жизнь стенки будет красить? Почему всю жизнь? Герой готовится в архитектурный. Банально. Чего? У нас с папой вот такие варианты были. Привет. Летчик, гонщик, милиционер. А ты архитектор, это разве профессия? Это раньше нужны были архитекторы, чтобы такие дома сочинять. А сейчас что? Ставь коробочки одна на другую и все. Но с коробочками мы тоже можем кое-что придумать. Например? Ну вот есть у нас улица Ильфа и Петрова. Такая же, как все, да? Ну. А что, если расписать торцы домов, изобразить сцены из золотого теленка? Назвать мебельный магазин 12 стульев. А там больше ничего не бывает. Магазин запчастей «Антилопа Гну». А кафе общепита «Рога и копыта». Ничего. А ну иди сюда. Здравствуй, Танечка. Здравствуйте. Можно мы немного поиграем? Давай, пока никого нет. Спасибо. Садись. Говорят, архитектура – застывшая музыка. Это неправда. Ее надо увидеть и услышать. Смотри сюда. Вот это готика. Понимаешь, каждая эпоха оставляет свой стиль, как в музыке, так и в архитектуре. Смотри, смотри. Будущего. Это современная музыка. С помощью компьютера звуки преобразовываются в пластические формы. Музыка рождает пространственные образы. Понятно? Я в тебе не ошиблась. Толковый, обаятельный, мечтатель. Ну что еще нужно? Настоящий герой. Правда, слишком положительный. То есть? Живинки нет. Каких-то недостатков. Ну, это ладно, я что-нибудь придумаю. А что с сюжетом? Что мы папе скажем? Думаю я пока. Думает он. Мыслитель. Вот, кстати, недостаток. Нерешительный рохля, как все мужики. Ну, ладно, придется брать все на себя. У тебя что, экзамен? Да нет. Понимаешь, один человек сказал, что я скучно веду экскурсии. Да? Угу. Что за человек? Так, наш стажер. Стажер? Угу. Как он? Красивый? Очень толковый парень. Начитанный.
Ленка, ты влюбилась? Даша, иди спать. В конце концов, дай мне поработать. Слушай, Лен, а может, ты переиграешь свадьбу, а? Ведь это твой Володя, он замучит тебя своей ревностью. Ну, ты просто еще глупенькая и маленькая девочка. Знаешь, ревнует, значит, любит. Да? Угу. Ну, да. Лен, а какие ты цветы больше любишь? Ромашки. А что? Да так. Ничего. Привет. Нет, это не пойдет. На. Так. Ну что, еще начнем? Начнем с кафе «Жемчужина». Какая «Жемчужина»? Ты что, забыл свою роль? А что такое? Ты стажер. Ты заинтересовал героиню. Теперь тебе нужно дожать эрудиции. Понял. Угу. Итак, какой маршрут вы изберете? Номер 3 прошлое настоящее? Нет, номер 1. Маршрут любви. Любопытно, с чего же вы начнете? С Пушкина. С Пушкина? Итак, я жил тогда в Одессе пыльной. Самые гениальные его строки о любви родились именно в нашем городе, в доме номер 13 по бывшей итальянской, ныне улица Пушкинская. А вот это знаменитый тополь любви. Говорят, Пушкин посадил его в день разлуки с прекрасной гречанкой Амалией Ризнич. Амалия навсегда покидала Одессу, чтобы через год умереть вдали от поэта. Мои холодеющие руки тебя старались удержать. Томление страшного разлуки мой стон просил не прерывать. Достаточно. Ну, я ж просил не прерывать. Репетиция закончена. Вон твоя героиня. Давай, вперед. Доложишь 8 в кафе «Жемчужина». Алло, четвертый этаж? Попросите, пожалуйста, Огонькова из 7-й палаты. Огонькова. Да, пожалуйста, срочно. Алло, пап. Привет. Не волнуйся, сюжет идет. Да. Что? Да. Я забегу. Пушкин, первый из русских поэтов, стал получать гонорары за свои стихи. Именно у нас, в Одессе. Остановка здесь запрещена. Да я сейчас уеду. Да нет, уж постойте. Придется платить штраф. И Володя их видел? Ну да. Ты представляешь, как повезло? Повезло? Может расстроиться свадьба. Но зато будет другая. Какая другая? Ну, Лена и Саши. И молодожены получат твою злополучную страховку в день свадьбы. Шикарный хэппи-энд с криком «Горько». Даша, ты меня не путай. Знаешь, одно дело сюжет, а другое дело – жизнь. Так я вроде ничего не путаю. Люди подают документы в ЗАГС. Им назначают испытательный срок. Зачем? Зачем? Затем, что людям надо проверить свои чувства. Правильно. А какая же это проверка, если за 3 месяца ничего не происходит? Вот я и создаю ситуацию, чтобы Ленка могла решить, кого она любит, понял? В общем так, ты Дюма отец, а я Дюма дочь. Я тебе все придумаю. Так учти, что герой должен обязательно совершить подвиг. Он должен спасти героиню. Допустим, представляешь, в доме пожар. А
а ни она, ни имущество не застрахованы. Кругом огонь! Вода. Лучше вода, море. Конкурс. Мисс Одесса. А невеста не умеет плавать. И на этом конкурсе я это вижу. На щенках похож прибой. Жаль, что мы с тобою в ссоре. Был бы рядом ты со мной. Собралась я было плакать, но шепнула мне волна, что слеза всего лишь капля. Капля в море не видна. Капля в море, а на море корабли. Капля горя, в море солнца и любви. Капля в море, капля в море. Значит, будет и конец, и случится очень скоро встреча наших двух сердец. Были волны, словно горы, станут тихими потом, и тогда мы нашу ссору капли в море назовем. Капля в море, а на море корабли. Капля горя, в море солнце и любви. Нет, стоп. При чем тут ты? Что? Я говорю, что герой должен спасать героиню, а не тебя. Но ведь твоей Жене Львовне не нравится, что герой отбивает невесту. И не надо. Он неожиданно полюбил другую девушку, как Ромео. Как Ромео? Ну, он ведь вначале был влюблен в Розалину. В ней ему так казалось. И только когда встретил Джульетту, понял, что по-настоящему полюбил. Вот помнишь, как там? Нет, с Розалиной у меня конец. Я имя позабыл, ее отец. Помнишь? Хорошо. Хорошо. Это надо записать. Дашенька, а сейчас... Это...
Илья Петрович, а ведь у меня тоже как у этого Ромео вышло. Только ее Розой звали. Ты же говорил, что Маню встретил. Так кто до Мани был? Как здоровье? Настроение? Жалобы есть? Нету? Отлично. Помните, вас лечат не врачи, не пилюли, а желание, вера, надежда. Любовь. Любовь вам противопоказана. Лен, я так больше не могу. Я должен вам кое в чем признаться. Давайте зайдем в кафе. Итак, я героиня папиной пьесы. Бедный папочка. О чем только не писал, и каждый раз оказывалось, что это уже было. Теперь взялся за свою семью. А вы, значит, его соавтор, да? Нет. Я его должник. Из-за меня он попал в аварию, в больницу. Ну и мы решили ему помочь. Кто это мы? Вы и Даша. Понятно теперь, откуда ромашки. Ну, сестренка, ну, авантюристка. Нет, нет и нет. Это никуда не годится. Это еще хуже, чем было. Жанна Львовна. Что это у вас за герой? Сначала ухаживает за одной девушкой, потом бросается за другой. Жанна Львовна, да ведь поймите, что даже у Шекспира... А при чем тут Шекспир? Оставьте вы Шекспира. Это феодальные отношения. Она современный положительный герой. Что это он мечется туда-сюда? Где это у него моральные принципы? Что же делать? Вы газеты читаете? А что случилось? Ну, кругом идет перестройка. Эксперимент. Да. Должен же ваш герой внести свою лепту. Страхование брака. А в чем оно заключается? Мой герой предлагает новый вид страхования. Своеобразный экономический эксперимент. Но вы ведь сами говорили, что сейчас много пишут об укреплении семьи. Так. Так вот, мой герой предлагает новую форму страхования. Ну? Страхование брака. Представляете? Ага. Перед вступлением в брак ага. молодожены носят энную сумму в гастрах. Ага. И, скажем, после 10 лет супружеской жизни гастрах возвращает им эту сумму с крупными процентами, как награду за супружескую верность. Прекрасно. И напротив, при расторжении брака виновник развода должен нести крупную неустойку ко страху. И тогда он трижды подумает, прежде чем разводиться. Прекрасно. Мы с вами становимся родоначальниками нового почина. Я это вижу. Да. Не все это принимают. Да. Есть ярые противники, да. ярые сторонники. Да. Но наш герой не сдается. Нет. И оно прямо идет к своей цели. И главное, он первым... заключает страхование собственного брака. Ирония судьбы. Мы встретились однажды, песчаный берег был, пустынен и высок. Мы долго рядом шли, испытывая жажду, но не было воды, кругом один песок. Ирония судьбы. Нам солнце улыбалось и в то же время жгло лучом наискосок. А мы искали тень, но нам не удавалось найти хоть деревцо, кругом один песок. Между нами пустыня, очень грустный пейзаж, как суровые зимы.
сердце стынет, наша встреча мираж. Горьким взглядом окинем путь придуманный наш. Между нами пустыня, наше счастье мираж. С тобою вместе, от счастья находясь, почти на волосок, мы жгли свои костры, и в них сгорали песни. Куда ни оглянись, куда ни оглянись, кругом один песок, между нами пустыня. Очень грустный пейзаж, как суровые зимы, от него сердце стынет, наша встреча мираж. Горьким взглядом окинем путь придуманный наш. Между нами пустыня, наше счастье мираж. Дашка еще ребенок. Саша, ну вы же взрослый человек. Как вы могли пойти у нее на поводу? Ну а чего я? Я герой. А началось-то, между прочим, все с вас. Да. Помните, тетя Лена, сумочку-то мою увели, а? Был такой грех. Потом авария, больница. Наше счастье мираж. Слушай, она действительно не приходила? Да чтоб меня покрасили. Саня, да сходи сам к ней домой и объясни. Я не знаю, где она живет. Так у бати спроси. Да ну его. Опять начнет сюжет вытягивать. Давай починим его машину. И он от тебя отстанет. Да? Сюда. Никак место не могут найти для памятника. Говорят, не вписывается в городской пейзаж. А кто сидеть будет? Кандидатов много, но инстанции пока не утвердили. Так что место вакантное. Мелочь поищите. Слушай, сдачи не надо.
Телефончик, да? А? Какая красивая девочка. А телефончик? Дяденька, тебе нужен телефончик. Вот, возьми. Молодой человек. Молодой человек, заплатите за топчан. Вы что, сюда спать пришли? Привет. О, Дашка. 20 копеек. За что? За топчан. Работаю здесь, чего уставился? Слушай, а куда ты тогда подевался, а? Я тебя ждал, ждал. Мы же договорились. Искал. Ты уже нашел все, что искал. Поздравляю, желаю счастья. Ты же сама устроила эту встречу. Ну, дура я. Ну, я же тебя предупреждала. Что? О чем? То, что я ревнива. А, ревнива, вспыльчива, врешь иногда. Ну, Дашка, ты прелесть. Ты что, нельзя? Я же на работе. Я поступала в медицинский. Ну и прошла по конкурсу. Мы с папой оба неудачники. Все, что задумаем, все срывается. И так всю жизнь. Ой. Если бы ты знал, как я раньше танцевала в ансамбле «Современник». Интересно. Как? А вот так. Ну а дальше-то что? А дальше мать восстала. Концерты, поездки. 10 класс, экзамены. В общем, она наотрез. Понятно. Значит, на танцах крест. Выходит крест.
Ну, а может быть, все-таки вернешься в ансамбль? Как? Ты моей мамы не знаешь. Давай руку. Даш, есть идея. Знаешь что? Сделаем так. Я прихожу к твоей маме. Ты открываешь дверь и говоришь: Александр Михайлович, здрасте. Ну, попробуй. Александр Михайлович, здрасте. Да нет, ну надо с выражением. Убедительно. Здравствуйте, Александр Михайлович. Ну, это переграло. Ну, ладно. Справишься. Расскажи что-нибудь о своей мамаше. Здравствуйте, к вам можно? Проходите. А вы... Простите. Александр Михайлович, вы? Здравствуйте. Здравствуйте, Даша. Это вам. Спасибо. Простите, кто вы? Александр Михайлович. Заслуженный артист Чечено-Ингушской ССР. Очень приятно. Садитесь, прошу вас. Чем обязана? Видите ли, я новый руководитель ансамбля «Современник». Очень приятно. Даша покинула ансамбль, насколько мне известно, по вашему настоянию. Да, верно. Даша слишком мала для кочевой жизни. Потом ей надо учиться. Признаться, ваше решение меня поразило. Ведь Даша пошла по вашим стопам. По моим? Но я никогда не была танцовщицей. Верно, но ведь свою молодость вы провели в экспедициях. Для геолога вся страна родной дом. Не так ли? Да, но я не геолог, я археолог. Ну, кто же этого не знает? Ведь это вы нашли остатки Сыродутного... Сыродутого горна и Босфорской амфоры. Тем самым доказали связь между Овидиополем, греческим миром, с южными берегами Понта. Понта Эвксинского. Что? Черного моря. Ну да, конечно. Да что там амфора? Ведь вы 10 лет с академиком Резо расшифровывали надписи на осколке гранита, да, найденного при раскопках. Ольви. Ну, откуда вам это все известно? От самого академика Резо. Но он давно умер. Ну, это он теперь давно умер. А когда он был еще жив, он не раз разговаривал со мной. Ну, вы, вероятно, были маленький, да? Ну, конечно, маленький. Я сидел у него на коленях, он говорил: Санечка, да что же могут значить эти самые проклятые надписи? Даш, ну почему ты мне раньше не познакомилась с Александром Михайловичем? Мамочка, ну ты же раньше об этом не спрашивала. Не спрашивала. Ну так как, Зинаида Ивановна, отменим ваше решение. Право, не знаю. Разрешим Дашеньке вернуться в ансамбль. Не знаю, мне надо посоветоваться. Рубанем с плеча. Нет, вы знаете, мой муж сейчас в больнице. Знаете, приходите дня через два, через три, мы примем окончательное решение. Хорошо. А теперь, извините, мне пора. Репетиция. Танцы прежде всего. Всего вам доброго. Я провожу вас. По-моему, ты с понтом обаял маму. С каким понтом? Ну, с этим. А, эвксинским, что ли? Ну, да. Ну, вот. Считай, что ты в ансамбле. Лови. Нужен мне этот ансамбль, как рыбий зонтик. Не понял. А ты что, действительно подумал, что я хочу вернуться в ансамбль? Современник называется. Ставят допотопные танцы. Тоже мне молодежный ансамбль. Современник фараонов. Я свой ансамбль сколачиваю на скейтах. Так. Чего же я тогда? Чего я надрывался-то? Ну, я хотела посмотреть, что ты за человек. Ну и что? Посмотрела? Наш человек. Да, ну а как с сюжетом? Герой, наконец, уже
решил что-нибудь? Дело в том, что герою действительно нравится другая девушка. А не кажется герою, что он упрощает сюжет? То есть? Ну, герой не выходит замуж за другого. И тут появляется младшая сестра, которая, можно сказать, навязывается ему. Даш, ну... Если так, то ты ошибаешься. Младшая тоже любит другого. Не веришь? Нет. Это и есть мой парень. Привет. 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 Бери меня под руку. Я? Ну, сказано тебе, бери под руку. И смотри на меня долгим и нежным взглядом. Каким? Долгим и нежным. А теперь пошли. Слушай, Денис, ты меня извини, мне некогда. Пока. Какое сегодня число? Пятое или шестое? Четвертое. Вообще-то цифры это очень интересная вещь. Я тут недавно в газете прочитал. У нас каждый год выпускается 1,5 миллиарда пар обуви. И 4,5 пары на душу. А на ноги ни одной. Давай, дети. Ваш выход пятый. Какой выход? Пятый. А что это такое, вот это, вот это? Вот что это такое, вот здесь? Что это такое, вот здесь? Схема эвакуации при пожаре. Если воспламеняется вот тут, нет, вот лучше вот тут, да, вот тут то лучше. Ходячий больной бежит вот сюда. А лежачего больного котят в эту сторону. А если здесь самовозгорается, то наоборот. Ходячий бежит в эту сторону, а лежачего котят сюда. Котят, котят. Куда котят? У тебя же два потока пересекаются, ну, так? Сюда котят. Так если сюда котят везут, так, то остальным куда? А? В окно? Моя рукопись. Извините. Мальчики, будьте добры, подберите листочки, пожалуйста. Я выхожу замуж и уезжаю за границу, сказала Лена. Но вы должны выйти замуж за меня. У нас будет 3 детей. 2 мальчика и 2 девочки. Извините, пожалуйста. Они поженятся. Кто? Даша и Саша поженятся? Какая Даша? Лена! Клавдия Ивановна. А, блины ели, помнишь? На масленицу. Анвар Абесоломович. Мам, а кто такой этот Анвар Абесоломович? О, ты знаешь, вы выбрали директором, он вряд ли придет. Майкл Джексон. Так, ну это же Дашкины штучки. Вытеркивай. Володь, может быть, махнем куда-нибудь с тобой вместо свадьбы? Я открою. Зачем нам ехать? Сыграем свадьбу. И на 3 года к этим на экватор. Ну, я не понимаю, ты там работать будешь. А я что там забыла? Лена! Ваше свадебное платье. Добрый день. Здравствуйте. Нравится? Ага. А это вам лично от меня. А можно мне? Желаем счастья. Ну и кто это?
Жених. А я тогда кто? Володя, успокойся. Я прошу тебя, только успокойся. Ну вот, теперь ты мне расскажешь, что это твой стажер или экскурсант. Здравствуйте. До свидания. Господи, опять ты со своими подозрениями. Я тебе сейчас все объясню. А вот объяснять мне ничего не надо. Я тебя видел с ним и не раз. Ну это все Дашка подстроила. Конечно, Дашка. Дашка. Дашка Майкла Джексона пригласила. Жениха к нам в дом привела. Все, Дашка. А ты ни при чем. Я прошу тебя. По-моему, я здесь просто лишний. Извини, держи. Володя. Володя, ну ты можешь выслушать меня хоть раз в жизни? Что такое? Что случилось? Боже мой, да это Александр Михайлович. Даша, ты, может, объяснишь мне, что это такое? Неужели непонятно? Финал папиного произведения. Хэппи-энд. Какой еще хэппи-энд? Просто ужас. Скажи, зачем ты каждый день? Похоже, дел других не знаешь. За мною следуешь, как тень, и в полдень ты не исчезаешь, и по ночам тревожишь дом, поскольку словно привидение ты ходишь под моим окном, ты ходишь под моим окном, печальной тенью, тенью, тенью. Поехали с нами в Ялту. Зачем? Там молодежный фестиваль. Выступишь с ансамблем. Когда ехать? Завтра. Завтра. Вырисовывается, но вот концовки нет. Да нет, концовка как раз есть. Вот экспозиция. Концовка. Вот. Ой, экспозиция. Да есть концовка. А вот концовка. Ну, странный человек, но ну, есть концовка. Концовка была на Приморском бульваре. До свидания. До свидания. Счастливо, спасибо.
До встречи. Только не здесь. Ну, я вас умоляю. Но если когда-нибудь где-нибудь что-нибудь, то мы всегда, да? Спасибо. Когда-нибудь что-нибудь мы всегда. Телефон взял. Взяли. Взял. Нормально. Жанна Львовна. Счастливо. Жанна Львовна. Здрасте, Лена. Здрасте, Жанна Львовна. Как вы себя чувствуете? Отлично. Выписался. Правда? Да. Ночью все закончил, как договорились. По-моему, просто... Просто прелесть получилась. Просто хорошо. Садитесь, пожалуйста. Нет, 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 вы садитесь. Вы нет, вы, нет, а вы женщина. Ну, давайте вместе сядем. Давайте сядем вместе. Вот. Илья Петрович, я, наверное, виновата перед вами. К сожалению, то, что вы предложили... Идея страхования брака, да? Да. Это не пойдет. Почему? Ну, как же? Мы же договорились. Вы же одобрили. Да, одобрила. Но, понимаете, я рассказала вчера Марку Афанасьевичу, и он восстал против этого. Категорически восстал. Но почему? Вы понимаете, только между нами. Я этого как-то не учла. Марк Афанасьевич был уже трижды женат. Ну, ну и что? Ну, идея страхования брака, уплаты неустойки. Ну, вы понимаете? Да, теперь понимаю. Но у меня для вас есть и хорошие новости. Марку Афанасьевичу теперь очень понравилось то, что у вас было в самом начале. Ваш первый вариант. Какой вариант? Ну, то, что герой уводит чужую невесту. Марк Афанасьевич, подождите. Сестра! Не надо, не надо. Марк Афанасьевич сказал, что таким и видит он нашего героя. Сильным, энергичным, устремленным. И то, что девушка бросает ради него жениха, характеризует нашего героя как настоящего мужчину, победителя. Илья Петрович. Илья Петрович. Между нами. Марк Афанасьевич собирается снова жениться. А у нас в отделе всего две женщины. Главбух и... А я ее старше на 10 лет. Ну, что вы мне посоветуете, Илья Петрович? Вы ведь все-таки инженер человеческих душ. А как сюжет? О, Господи, пойдет. Обязательно пойдет. Не усложняйте и короче. Рекламный ролик-то всего на 5 минут. Ну, что вы скажете? Я бы выбрал вас. Ой, Илья Петрович. Саша! Мой запорожец. Как новенький. Значит, отремонтирован. Ну, что делать, если с сюжетом труба? Знакомьтесь, это Саша, мой герой. А это Жанна Львовна из Госстраха. Очень приятно. Из Госстраха? Да. Очень хорошо, мы как раз завтра собирались к вам. Прекрасно. Что будем страховать? Дом. Дом? Где он находится? В черте города? Да, особняк. Особняк? Вы скульптор, художник, торгоработник. Маляр. Маляр и особняк? Да, особняк. Старый, дряхлый. Но это историческая ценность, понимаете? В годы революции там было литературное кафе «Хромой Пегас». Свои первые стихи читали Багрицкий, Кирсанов, бывали Олеша, Паустовский. Ну и что? Как что? Это был литературный и культурный центр Одессы, а теперь его хотят снести. А если он подлежит сносу? Понимаете, наша бригада, вот мы, хотим взять его под охрану и отреставрировать на сэкономленные средства. Саша, Саша, это идея. Александр, спасибо. Я всегда в тебя верил и это чувствовал. Вот о чем я должен писать. Но мы вам этого не заказывали. Я сам себе это заказываю. Страхование брака деньгами. Грубо. Саша, чем должен быть застрахован брак? Любовью. Правильно. Только любовью. Мой герой должен любить свою девушку. Свой город. Это море и небо. Да, небо. Илья Петрович, спуститесь на землю. Жанна Львовна, вам не удастся щипать крылья моего Пегаса.
ваш Фигас захочет кушать. До свидания, маляр. Илюша. Диночка, что случилось? Поздравляю. И все из-за твоей писанины. И, между прочим, не без вашего участия, Александр Михайлович. Так а что случилось-то? Лена поссорилась с Володей навсегда. Понимаешь, навсегда, и свадьбы не будет. Ну, мы же с Сашей хотели просто... Мама! Мама! Дашка уехала! Как? На теплоходе в Ялту. Вот записку оставила. Желая чести мне и Саше. Нелепость какая-то. Вот так, Александр Михайлович. Подбрось, а? Опять ты? Ну, подбрось, потом рассчитаемся. По-моему, сейчас я с тобой рассчитаюсь. Саша! Саша! Я с вами! Господи, Саша, ну объясните вы ему! Подожди! А машина! Все одно к одному. Так, значит, бампер, фара, крыло, стекло. В общем, практически все. Кончился год, снова за месяцем месяц, только покоя одно не дает. Почему мы не вместе? Почему? Почему? Почему мы не вместе? Почему? Почему мы не вместе? Весна холодна, добрый не радует вестью. Год перепутал свои времена. Почему мы не вместе? Почему? Почему? Почему мы не вместе? Почему? Почему мы не вместе? Сколько дождю моросить? Топчется время на месте, словно готова обоих спросить, почему мы не вместе? Почему? Почему? Почему мы не вместе? Почему? Почему мы не вместе? Мучит все тот же вопрос.
также ответ неизвестен. Видно, со счастьем сегодня мы брось. Почему мы не вместе? Почему? 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 Мы не вместе? Почему? Почему мы не вместе? Почему? 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 Мы не вместе? Почему?